Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, и это Ниже Форникейшн, выпуск номер 14. Давайте перейдем сразу к делу. Свет, камера! Мотор! Итак, это 14 выпуск моей передачи, и если вы умеете читать, то речь пойдет о наркотиках. Так, где мои носки? В общем, пока я ищу носки, посмотрите взрыв. Итак, с возвращением. Я все-таки не нашел свои носки, поэтому пришлось съесть мыша, которая пробегала около меня, когда я их искал, эти носки. Почему пришлось? Ну, вот, чтобы хоть как-то себя порадовать. Ну, и надеюсь, вам взрыв понравился, потому что это был первый и последний взрыв в этом выпуске. Так что, надеюсь, понравился, хоть он и был однотипный и уже всем надоел. Но не суть, перейдем к теме. Итак, наркотики. В этом выпуске я не буду призывать... не употреблять наркотики, не буду призывать употреблять наркотики. Единственное, что я хочу, ну и могу сказать, то, что люди, которые за запрет на наркотики, они ебаные идиоты. Потому что наркотики это все. Кокаин, героин, коксил, метамфетамин, бутерброды с сыром, обнимашки от бабули, ебля своей жены и жизнь. Все это наркотики, потому что за все за это ты платишь. От всего получаешь удовольствие, если долго этим не занимаешься, тебя немного ломает, в конечном итоге ты умираешь. Все. Но я думаю, что мои слова на вас так сильно не повлияют, как слова эксперта, которого я сегодня позвал. Поэтому давайте поприветствуем эксперт в студии. Здравствуйте. Что хочу сказать по этой теме? Как-то лошадь поднималась по склону горы и встретила улитку. И лошадь раздавила улитку, а монах был рад. Спасибо! Ну да, не всегда можно понять эксперта, но я надеюсь, если вы попытаетесь, вы поймете. Я-то понял! Я его пригласил, я перед этим с ним пару часов разговаривал, которые потом перешли в несколько недель, месяцев, годы, и вот он наконец-то был здесь. Да, ну не суть. Давайте разберем эту тему еще немного с другой позиции. С позиции именно разрешения, и почему это для кого-то плохо, почему это хорошо. Для меня это хорошо, ну, по всем параметрам, потому что... И я сейчас обращаюсь не только к зрителям, но еще к правительству, которое, если будет меня смотреть, тоже зрители. Ну, ребята, персонально к вам. Если мы легализуем наркотики, вообще все, самые простые и самые жуткие, из-за которых просто вы превращаетесь в огромный анус, что будет? Ну, да, сначала будет безумие, потому что все начнут употреблять, ну кто все? Да почти все, потому что ведь люди маргиналы в большинстве своей массе, мы маргиналы, и мы не делаем что-либо, потому что мы боимся, что прилетит. Так вот, вы разрешаете, употребляют почти все. Да, первые несколько месяцев будет хаос и безумие, но зато потом, это же чистка населения. Вам больше не придется видеть на улицах всяких объебосов и дегенератов. Они все переколятся, перережутся вот за первые месяцы, и все. И у нас будет хорошая страна, которая просто иногда кушает грибочки, открывает свое сознание, мыслит вне ебаной реальности, которая нагнетает мысли о самоубийстве каждый день. И все будет прекрасно, просто в розовых тонах, без розовых очков. Но я вот думаю, знаю, почему вы так не делаете, господин правительство, потому что если такое будет, все идиоты, они отсеются, да? Хотя вы при этом на этом заработаете, да? Мы же будем покупать эти наркотики, вам часть денег пойдет в бюджет, как налоги и все такое, да? Но не суть. Ведь вы боитесь,
этих идиотов не будет. А если этих идиотов не будет, никто не будет за вас голосовать, никто не будет сидеть в парламенте, и вы просто развалитесь, а мы будем замечательная страна удобств для себя и сможем справляться без вас. Поэтому, сволочи, запрещайте их, да. Но зато почему-то разрешайте другие наркотики, такие как, например, алкоголь. Потому что это, наверное, самый все-таки жуткий наркотик, ибо он разрешен, он достаточно легко доступен. И если я съем грибочек, я просто увижу, ну, можно сказать, Бога. Ну, окей, Бога я не увижу, я пятка Богу увижу, пятку Бога, да, и все. А если я выпью какой-нибудь дешевой водки, я могу ведь разбить эту бутылку о голову своего соседа, а потом заколоть его ложкой для грейпфрута. И это уже, ну, смерть, да, то есть он умер, все его родственники горюют, а меня в тюрьму, и я горюю, и мои родственники, ну, они рады им насрать, так что кого-то вы осчастливите. Но все же, после грибочка такого не будет, после кокаина тоже такого не будет. Ты просто будешь дохера счастлив, ты будешь уплетать эклер вместе своей рукой, и у тебя все будет зашибись. Да. И, кстати, возвращаясь к началу видео, помните, я сказал, что больше не будет взрыва? Я вас обманул, ребята. Да, вот такой вот я обманщик. Но я думаю, размусоливать эту тему больше не стоит, потому что, ну, я вам все равно ничего не докажу, да, вы сидите в своем маленьком мире и ничего не делаете. И вы, господин правительство, тоже даже меня не смотрите. Давайте подытожим. Наркотики — это хорошо, как чистка населения, как раскрытие твоего сознания, ну и как просто веселое времяпрепровождение. Надо уроки дикции, наверное, брать, да? Сам у себя возьму, чтобы самому себе платить. В общем, вот такие итоги, и делайте выводы. С вами был и будет, и есть на данный момент, да, Данила Рыжкин. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, если вы не подписались, вы уже подписались. Ставьте лайки, рассказывайте ребятам. Всем спасибо. Всем дизлайки.